Тверской области большое внимание уделяется соблюдению гражданами масочного режима. Напомним, обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте, согласно постановлению губернатора Игоря Рудени, было введено 12 октября. В правительстве Верхней Волжи уверены, что во многом именно эта мера помогла сдержать распространение коронавируса на территории региона. Чтобы закрепить достигнутые успехи, профилактическая работа с населением продолжается. Так, на этой неделе волонтеры ОНФ раздавали медицинские маски пассажирам автобусов транспорта Верхней Волжи. В первую очередь средства индивидуальной защиты получали те горожане, на ком масок не было, а также все желающие. Как отмечают в компании «Верхневолжское АТП», в целом масочный режим соблюдает большинство пассажиров. Но есть и те, кто продолжают ездить в автобусах без масок. К таким гражданам, напоминают в транспортной компании, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности. Кодексом административной ответственности установлена административная ответственность на физических лиц в виде штрафа. Но по решению нашего предприятия и нашего оператора мы пошли на такую акцию для того, чтобы помочь нашим пассажирам сберечь свое здоровье и сберечь здоровье своих близких, а также и жителей нашей города Твери. В настоящий момент мы уже около 30 тысяч масок раздали. И в соответствии с поручением губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени мы эту работу будем продолжать и усиливать.